Всем здорова! С вами Реакторы, это Макс, я Вадик, и сегодня у нас реакция на величайшую группу кей-попа после BTS, это Stray Kids S-класс. Наверное, что-то будет здесь на богатом. Также, ребята, на этот клип пришел донат от Sony Mi. Спасибо тебе большое. Ребята, это спонсор этого ролика, понимаете? Поэтому, ребята, берите пример. Если хотите, чтобы мы что-то сразу прям сняли, вот, в общем, все ссылки есть в описании, там переходите, можно задонатить, и мы тут же приступим к делу. А сейчас... Stray Kids S-класс, погнали. Погнали. Ну, Stray Kids я очень люблю. Реально, очень люблю Stray Kids. О, начинаем. Здесь еще сейчас будет Феликс. Ничего, у меня есть что сказать. Еще сказать? Ты первый. Давай. Я скажу, что мне понравилась кочевость. Понял? Мне понравился клип. Но такое ощущение, как будто, что и в плане музыки, и что в плане клипа переборщили. Как будто чересчур много всего сделали. У тебя нет такого ощущения, Макс? Да, да. Как-то слишком многого одного и того же. Как будто нужно было где-то переключиться там, где-то помедленнее сделать, а потом обратно, как-то... Для меня однотонно слишком было, как-то не было... А, для такого... тебя однотонно, да. Для меня наоборот. Для меня наоборот, как будто... В плане звучания, да, все было бодро, ну, в этом плане, да, типа, однообразно, но как-то этот... Прям я не успевал поймать ритм, а он переключался, то есть свитч, знаешь, там бит поменялся,
Я только привыкаю к old school там биту, оп, опять поменялся. Я только привыкаю к этому, оп, припев уже. Привыкаю к припеву, оп, уже это. Ну, короче, и то же самое с клипом. Я только-только что-то пытаюсь там поймать, оп, поменялся там, они уже здесь. Только-только пытаюсь понять, что вообще происходит в клипе, оп, уже здесь, оп, уже монстр, оп, уже тачка какая-то. Типа для меня было это чуть-чуть много всего. Но мне вот, ну, качалось классно, но вот должен быть баланс, на мой взгляд. Баланс всегда, вот как-то поспокойнее, поувереннее было бы классно. Как будто, вот знаешь, это как этот ребенок хочет там прям вот маминой подруге прям понравится, знаешь, там как-то привлечь. И он там показал одну игрушку, потом тут же вторую, говорит, смотри, какая у меня эта есть игрушка, это, и просто закидывает игрушками, блядь. А ты, блин, да хрена игрушек, ты мне про одну игрушку нормально объясни, расскажи, чудо, как ёпта, блядь. Мирон, блядь, ну соберись, ё-моё. Понимаешь, ну что-то типа этого, мэм, для меня это так. Да, здесь не было тоже там, как Феликса, да, Феликс? Феликс он был, да. Но нет, вот он такого... был, но не было именно это какой-то от него, типа, фишки, да? Что там же, вот, помню первые, когда мы клипы смотрели, то, что там на каждого переключалось, и каждый как-то пытался зацепить, да? А здесь, да. Ну, для меня не было. Как-то, ну, спели на таком быстром ритме, на каче, но как-то он не зацепил этот кач. Ну да, что-то, короче, перестарались, мне кажется, перестарались. Чуть-чуть, вот, чуть-чуть, да, мне кажется, чуть-чуть перестарались. Ну, для меня вот они перестарались. А вот как, например, припев? Припев как? Припев? Он мне каким-то чуть-чуть детским показался. А вот подписчики что скажете? Как вам припев этот? А там пишут уже вроде, ну и припев неплохо, говорят. Припев неплохо. Ну, кому как? Кому-то вообще, может быть, залететь? Нет, ну вот. Это, конечно, это же дело вкуса. У каждого свой вкус. Вот есть я такой... Стрей Кидс вообще люблю, блин. Да, вот я тоже некоторую песню слушаю, думаю, блин, шедевр. Да, вот переслушаешь по тысячу раз, а кому-то можешь показать, он скажет, блин, вообще, как ты это можешь слушать так много, да? Да. Тот же самый Чимин Set Me Free. Да. Кому-то включишь, они скажут, да это фу, это кей-поп там какой-то, ты что мне включил, блин? А для нас с Максом это вообще legendary, вообще трек. Не, ну Stray Kids тоже классные. Есть треки, когда мы еще делали на их первые треки. Да там вообще, там вообще вот было God's круто. Menu. Да, God's Menu вообще топчик был. Backdoors, Domino, вообще там столько треков классных у них. Ну, за 6 дней 43 миллиона, это хорошо. Ну, 43 миллиона, да, это хорошо. Но я думаю, что у них все равно все впереди, вообще все. Это только начало, мне кажется, вот для них, вот реально. Все впереди. Они такие, мы уже 10 лет в игре. Мы столько пашем, а ты говоришь, что мы только в начале пути. Да. Да не, ну это просто наоборот. Я говорю о том, что они вот даже выглядят молодо, звучат молодо, как будто вот еще вот вообще много всего они могут для себя сделать. Так что я в них очень верю. Я реально очень люблю Stray Kids и очень в них верю. И все впереди. Сколько вот, мне интересно, топ групп сейчас на данный момент какие считаются? Вот, могут подписчики написать? Да. Еще песня какая-то была у них. Донат на клип у нас, да, от 300 рублей начинается. Ну, 300 рублей, короче. 300. Ну вот, в общем, да, у нас запись еще идет, да, Макс? Да. Вот пишут. Вот. Blackpink, BTS. Blackpink, BTS. Так, а ну, другие, да, наверное, что, другие что-нибудь напишут? G-Idle сейчас в топе? Ну, они как бы, да, прикольно звучат, но... Ну, по сути, да. Ну просто не так много нас просят, мне кажется, G-Idle снять. Стрейки. Например, да, там Blackpink нас просили вообще, я помню, BTS прям просили всегда. Seventeen часто просят, да. Seventeen и Enhypen часто просят. Stray Kids почему-то не так часто просят, хотя, мне кажется, Stray Kids, они отличаются, вот именно в кей-попе они отличаются. У них Банчан и Чанбин, вот если я правильно помню вот этих двух рэперов, или я неправильно называю Банчан. Сколько, интересно, сколько всего групп кей-поп? Это там вообще до хрена, мне кажется. И из них всего лишь вот несколько групп отличаются. Ну, топе, грубо говоря, выделяются. Да.
Сколько кей-поп групп в Корее? И там от руки 5 групп написали. Я зашел на эти. А, они это агентство написали. А, ну получается... А, так, да, работает. Не по... эти все группы прикреплены к агентствам. А. Получается, 5 есть основных агентств, как здесь написано. SM Entertainment, Jeep, Yuk, Hype и Cube какой-то. Ну, Hype, там что, BTS? Да. 17, что ли, там, или Hype тоже. По-моему. Stray Kids, по-моему, Jeep, да, вот этот Jeep? Если я не ошибаюсь. Да, Jeep. А, да. Так, ну что, заканчиваем, да, пока что наша да. запись. Продолжаем. Давай. Стрим. Кто не на стриме, залетайте на стрим. А, ты не попрощался? Нет, это еще идет. Но я еще не сказал. Да, я говорю просто, мы сейчас стримим. Кто хочет с нами прям смотреть на стриме, все ссылки в описании, залетайте к нам на стрим. Кто хочет нас поддержать, задонатить на клип, тоже залетайте в описании. Всем спасибо за поддержку. Если хотите смотреть наши реакции, наш контент первыми, то подписывайтесь на Boost. Сразу будете все видеть первыми. На YouTube тоже все будет выходить, но постепенно. Позже, да. Да, гораздо позже. Позже, да. Ну что сказать. Пишите ваше мнение в комментариях. Предлагайте новые клипы, реакции. И всем спасибо за поддержку. Сейчас скоро увидимся. Всем пока.